На швейной фабрике свой трудовой путь Инна Чинкова начала в 1991 году. Сразу после окончания училища она устроилась вязальщицей и работает вот уже более 30 лет. Свой первый рабочий день на фабрике женщина вспоминает с улыбкой, но признается, что сначала было непросто. Однако любовь к делу и труду помогли справиться со всеми сложностями в начале пути. Люблю, с удовольствием хожу на нее. Тепло, уютно тут, коллектив хороший. Под чутким контролем Инны ежедневно обслуживаются вязальные машины. Этот нелегкий труд требует внимательности, аккуратности и быстрой реакции. Но также, по словам Инны, в работе немаловажную роль играют отношения с коллегами. Коллектив у нас очень дружный, девчата все хорошие. Люблю свой коллектив, так что всем бы так. В честь Дня работников легкой промышленности за многолетний труд Инну Чинкову наградили почетной грамотой министра Республики Казахстан Бейбута Атамкулова. О награждении Инна узнала от своего начальника и была приятно удивлена, хоть это и не первая награда в ее жизни. Частенько было. Работу люблю, поэтому, наверное, и награждали. Не ожидала, можно сказать. Радость, конечно. Приятно, очень приятно. Свободное от работы время Инна – счастливая жена и мама двух дочек. Ее жизненный девиз – всегда вперед. Именно он помогает женщине на протяжении всего пути. Анастасия Ходорева, Максим Ломакин, Андрей Буховский. Новости Темиртау.